Всем привет, ребята, с вами Евгений, и это мой канал. Добро пожаловать на него. Поздравляю всех с прошедшим Новым годом, с прошедшим Старым Новым годом и другими праздниками грядущими. Сегодня у нас такой небольшой видеообзор самолета Метеор. Метеор FMK-3S. Это начинающий реактивный самолет по метеорам идет. Хороший самолет, 4 двадцатки, по-моему, 4 хиспана. Вроде как, если не ошибаюсь, 2 двигателя. Тяга слабоватая, конечно. Желалось бы получше. Ну да ладно. Довольствуемся тем, что есть. Да, сейчас с вами на нем взлетим. Взлетит ли он вообще, не развалится он в воздухе? А то страшно. Шучу, конечно, взлетим. Самолет хорош, конечно, но не маневренный. Минус, конечно, то, что он не маневренный. Если, например, с тем же самым лавкой тягаться, то я сомневаюсь, что мы ее выиграем. Потому что лавка это и есть лавка. Так, убрать сами шасси. И набор высоты. Вы, наверное, спросите, почему я ее не в бою. И почему я его не в бою демонстрирую, потому что в бою неизвестно. Сколько я на нем вообще пролечу. Если что, потом отдельное видео я сделаю. Отдельно, как этот самолет идет себя в бою. В реальном настоящем бою. Не в аркадных боях, а в реалистичных. Кстати, советую тем, кто еще только начал качать реактивные самолеты в War Thunder. Советую начать бои на них в реалистичных. Потому что на них играть в реалистичных боях это очень легко. Ничего сложного как такового нету, только вам нужно будет привыкать пристреливаться, потому что очень сложно. Ну, как видите, он разворачивается медленно, скорость у него небольшая, желалось бы лучше, вроде два движка, но тяга у нас с вами маловато. Давайте посмотрим, чем же он у нас все-таки он оборудован. Показать броню, что у нас? Ну, небольшая броня стекла у нас идет 30 миллиметров, ну, скажем так, неплохо. При наклоне 60 миллиметров дает, ну, выжить можно. Сталь у нас с вами никудышная, пробьют как делать нечего. Также задняя спинка, скажем так, броня вроде должна быть, но ее как такового нет. 12 миллиметров это ни о чем, ребят. Надеюсь, вы согласны со мной. Так, включить рентген. Вот у нас с вами два двигателя. Тяга 941 ГГС. Rolls-Royce. Второй реактивный двигатель, масса 443 килограмма. Конечно, двигатель желалось бы лучшего, но, блин, что-то они не такие. 941 КГС. И 2. Так, давайте дальше приступим. 4 пулемета Хиспана МК-5, боезапас 90, 20 миллиметров. 4 штуки. Ну, конечно, пилот у нас... Если патроны имели функцию детонировать, то у нас пилот был бы... Камикадзе. До встречи, ребята. С вами был Евгений и мой канал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. В описании оставлю номер кошелька Яндекс, если кто-то хочет помочь по развитию моего канала. Делитесь моим видео в разных соцсетях. Рассказывайте друзьям. С вами был Евгений. До скорой встречи. Увидимся с вами в прицеле.